Карное облако, как грибочек. А там далеко радуга. Вот она, радуга. Совсем немножко, там, видать, дождик шел. Вот такая радуга. Не знаю, видно, не видно, но должно быть видно. Вот она. Вот она, вот получается, радуга. Там, видать, дождик шел. Но у нас нету дождика. У нас облачков тоже нету. Таких, чтобы дождик шел. Вот такие облачка. Сегодня такой погожий день хороший. Всю ночь шел дождик, а белье повесилось, постирала. Там у меня пионы цветут. Так, пойдем туда посмотрим. Я уже обрезала несколько, 5 штучек обрезала. И дома поставила букет. А здесь у меня вот такие шикарные. Здесь 3 штучки оставила, их всего было... А нет, дома 7, а здесь... А здесь 4, по-моему. Вот такой шикарный. Как пахнет. И здесь лихнис тоже. Вот завтра распустится. И вот этот такой шикарный. Да, здесь 4. Вот 3. И там где-то бутон был еще. Если только ветром его не поломало. Вот такой вот. В этом году он такой сильный. Сильно цветущий. Лихнис такой высокий. Этот уже отцвел, марин корень. Ой, вечно стучусь об этот заборчик. Отцвел уже здесь семенные коробочки в этом марином корне. Красота. И вот такие вот мальвы. Мальвы вот такие красивые. Я все, когда посадила, все переживала, думала, они, ну... Они приживались и болели, конечно, а теперь вот как цветут. Такие низкие, они до сентября будут высокие уже, до забора такие вырастут. И будут вот так шикарно цвести. Мне они очень нравятся. Когда-то давно у меня были они низкорослые и цвели. Это будет цвести турецкая гвоздика. Выбила уже цветоносы. Матиола что-то у меня плохо нынче растет. Как-то она... То ли плохие семена попались, то ли что. То ли место такое. Я хотя каждый год здесь сеяла, и все в порядке было. В прошлом году я про нее забыла, не сеяла. Такая вот она мелкая. В этом году что-то она... То ли дождик побил, то ли что. И вот она не очень хорошая. Как-то мелкая. Ой, здесь она тоже мелкая такая, ну и она в этом, здесь, как он называется, мокрец этот, растет здесь мокрая влажность всегда. Вот. Здесь то, что ландыши вот эти, и маковато, конечно, вот так у меня подросла. Это, ух ты, сколько много этих муравьишков лазит здесь. Спыреечка подросла. На следующий год она, наверное, будет цвести. Такая достаточно большая уже. А была такая маленькая, такая крошечная, вот такая вот. Но вообще не было. Была сухая, я ее обрезала. И думала, вырастет, не вырастет. Но она пошла, я ее потом дважды подкормила, и она пошла. Пошла в рост. Ну, теперь вот такая красивая. Солнышко. Солнышко, колоколышко вот такое. Здесь у меня лопнула была веревка, я ее повесила старую. Вот. Ой, эту повесила новую, стачу, говорит, повесила новую. Очень хорошо, здесь мне нравится. Можно вот так повесить. Здесь ветерочек, оттуда ветерочек сюда. Здесь же пусто, ничего не построено. Построек нету. И ветерочек так гуляет. И, конечно, вещички я повесила. Они уже высохли. Вот. Такая красота. Попозже пойду еще там сниму.